Скажи, пап, что-нибудь, что тебе хочется. Я не буду давать интервью. Я не буду ни с кем разговаривать. Не буду. Хотя скажу. Коротко. Сегодня мы второй день поездки. Едем мы. Сейчас вот время около 7 или 5 или 6. Время вечера. Ну вот, вот посмотрите на камеру. Вот тут влево. Кто где-то влево. Ну не важно. Вот. И мы вчера уехали в Лаперанту со стороны России. Сегодня весь день мы мчимся до... Ну вот слово вылетело, как город называется, куда мы сейчас едем? Мекки, как там? Кепи. Короче, на вершинке Ботнического залива, после чего мы сразу... Мы Ботнический залив просто огибаем. А, Кеми, да, вот до Кеми. И дальше уже на Будё. А Будё, город, городочек, это уже город в Норвегии. Около этого города есть интересная достопримечательность. Ну вот фьорды, да, представляете? Или не представляете, но фьорды. И там раз в 6 часов примерно бурный поток воды, залив, прилив точнее. И там практически по расписанию он каждый раз. Пшик. Водовороты такие, все прочее. Зрелище очень занятное, как говорят. Вот. Поэтому вот мы хотим туда успеть попасть, посмотреть, попасть время, чтобы не очень долго ждать его и не приехать слишком поздно, когда он закончится. Вот в этом плане. Поэтому сегодня мы, наверное, где-то затормозимся в Швеции с таким расчетом, чтобы завтра где-то в час дня быть около этого места. И, ну, его надо еще найти, поэтому вот где-то нам надо тогда встать пораньше и попробовать махнуть туда, чтобы уже оказаться в Норвегии в этой точке. И после этого мы уже из северной части Норвегии поедем вдоль этой узенькой странюшки, ну, страны я имею в виду, вниз, в южную ее часть, где как раз сосредоточены в западной и южной части этой страны самые интересные достопримечательности. Ну, лестницу троллей вы знаете, конечно, все знаете. А если не знаете, сделайте, что знаете, потому что это стыдно не знать, а тем более стыдно не видеть. Это мы тебе так будем всем говорить, если мы сами увидим и будем это говорить. Я вообще не собираюсь давать интервью, это короткое. Атлантическая дорога, хочу отметить. Вообще, ладно, ты потом все скажешь, я верю. Все.